Чувашия стала заключительным пунктом маршрута автопробега «Дорогу молоку». Такую необычную акцию проводит Национальный союз производителей молока, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этой отрасли. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем правления «Союз молоко» Андреем Даниленко. Федеральную поддержку субъектам молочного скотоводства необходимо усилить, считает Национальный союз производителей молока. Тем более, что у многих регионов возникают сложности по субсидированию аграриям части затрат на 1 литр реализованного товарного молока. Глава Чувашии отметил, что бизнесмены, которые планировали реализовывать на территории республики долгосрочные проекты, в настоящее время находятся в затруднительной ситуации из-за отсутствия федеральных субсидий на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитом. Тем не менее, мы ставим перед собой задачу производить в год 500 тысяч тонн молока, сообщил Михаил Игнатьев. И на самом деле чудо, что вы удерживаете объемы производства на этом уровне. Сегодня же Андрей Даниленко провел в Чувашии итоговое совещание производителей молока. Подробнее об этом в завтрашнем выпуске программы «Республика».